тот день, когда я подошел к Московскому художественному театру, из театра вынесли носилки, покрытые простыней. Но сначала все по порядку. Когда Татьяна Васильевна Доронина ушла из Большого драматического театра, переехала в Москву и поступила в труппу МХАТа, я написал для нее пьесу. Пьеса называлась «О женщине». Но это была такая обычная наша история. Одинокая молодая женщина, у нее роман с мужчиной, она его любит, а он, ну, как положено нашему мужчине, смертельно боится ее этой любви, ему достаточно, ну, просто спать с нею. Есть такая формула: обычный мужчина счастлив тем счастьем, которое он испытывает, а женщина счастлива тем счастьем, которое она приносит. Вот это была такая женщина. И дальше страдания, попытка уйти от него, все эти разбирательства. Есть такая картина у Магрита. Женщина, она одета тенью мужчины, и она его сдирает ногтями с себя, и он с нее сползает, как сгоревшая кожа, но все-таки остается на ней. Она не может от него избавиться. Вот это было, так скажем, кратко содержание этой пьесы. И я принес ее в Московский художественный театр. Была назначена читка. Руководителем постановки был Борис Николаевич Ливанов. Это он был... грандиозная фигура. Он был не только гениальный актер, он потрясающе рисовал, и остались его карикатуры. На мой взгляд, это лучшая иллюстрация к театральному роману Булгакова. Когда его первый раз увидел, он поднимался, этот торс был бесконечный, он никак не заканчивался. Наконец он поднялся весь и был увенчан вот этой лысой головой. Он был великий остроумец, его остроты повторяла вся Москва. И, глядя на меня, он сказал: а недавно я был еще весь в шерсти, и волосы велись, велись, и вот все вывелись. А в это время в МХАТе было три руководителя. И Борис Николаевич сразу сказал мне: у нас три части руководства. И я все время добиваюсь, чтобы узнать, какая я часть, уж не филейная ли. Когда я выразил какое-то восхищение по поводу одной из его острот, он сказал: нет, нет, это не то. У нас вот было соревнование с Мишей, то бишь Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. И лучшая острота была у него. Мы платили за каждую удачную фразу по 2 гривны. Вот однажды я иду по фойе, подходит ко мне Миша и дает 2 гривны. Я говорю: за что? Он говорит: ну как же, ты так прекрасно сострил. Сегодня ночью сплю я, и мне снится сон. Лежу я мертвый, Боря, ты подходишь к гробу, глядишь на меня и говоришь: ой-ой-ой, Булгаков, нема гаков. Титка моей пьесы была назначена, я пришел в МХАТ, был такой сумрак вечерний, уже надвигался, была... такая гостиная, зеленое сукно, где, мне все время казалось, прятался сам Михаил Афанасьевич Булгаков. Я прочел пьесу, я был наслышан о трудном характере труппы Московского художественного театра и был в полном изумлении, читка прошла великолепно. И вот я, счастливый, вышел из театра, перешел, помню, на другую сторону, и встретился мне драматург Т. Тогда это был очень известный драматург, лауреат разных премий. Он посмотрел на меня и сказал:
судя по местоположению, из МХАТа идете. Сказал, да, да, вот так. И вот сверточек у вас, это что же, пьеску читали? Я сказал, да, вот было. Он сказал, а личико ясное, ясное, и глазки веселые. Удачно прошла читка? Я говорю, да-да-да, так вот. Он сказал, но беспокойство, чувствую, осталось. Вы слышали о тяжелом характере труппы Московского художественного театра? Я вас сразу хочу ввести в курс. Дело в том, что слушала вас лишь одна треть труппы, та самая, которая любит Бориса Николаевича Ливанова. Но две трети труппы еще остается, мой друг. И еще раз повторяю, трудный театр. Вы, наверное, слышали такую популярную нынче песню, кто ее не слышал, сидят и слушают бойцы товарищей своих. Он пропел. А надо петь там немножко иначе. Сидят и кушают бойцы товарищей своих. Так вот, мой друг, сказал он, я советую вам запомнить. Если вы думаете, что они не любят друг друга, ну там желают друг другу там чего-то неприятного, там, чтобы рольку не дали, ключ от квартиры потерял. Так вот, мой друг, запомните, что они желают друг другу только одного – смерти. Вы туда не ходите. И он как-то растворился в воздухе. И скоро я вспомнил его слова. Чем ближе надвигалась премьера, тем разгорались страсти все жарче и жарче. Одни любимцы народа, знаменитые артисты, и любимцы, правда, не только народа, что было важнее, и власти, были категорически вдруг против этой пьесы. Но другие любимцы народа и также власти были категорически за эту пьесу. Поэтому несчастный начальник управления театров товарищ Т. находился прямо в огромном замешательстве. Потому что первые любимцы народа и власти написали большое письмо в газету «Правда» вот об этой самой пьесе, где мало того сказать, что она аморальна, но на сцене Московского художественного театра грозит воздвигнуться кровать, на которой будут объясняться ее персонажи. Но другие любимцы написали письмо, что пьеса, наоборот, очень моральна, и путь Московского художественного театра непременно с ней связан, и поэтому этот несчастный был как маленькое зернышко между очень больших жерновов. Он не знал, что делать. Новый год надвигался, и он решился. Решился, потому что грозил художественный совет театра и катастрофа, разделение, ярость, битва. И он позвал Екатерину Алексеевну Фурцеву. Сама Екатерина Алексеевна в это время находилась в Париже, потому что, повторяю, близился Новый год, и она отдыхала. И вот сорвали ее из Парижа и заставили прибыть накануне Нового года в Московский художественный театр разбирать склоку. Можно представить, с каким настроением появилась эта дама, которая умела быть беспощадной к своим чиновникам. Был назначен художественный совет. Вот на это заседание я опоздал. И когда я подошел к МХАТу, то оттуда вынесли вот эти самые носилки, покрытые простыней. Под простыней лежал труп. Дело в том, что, поднимаясь на лестницу, на этот художественный совет, начальник управления театров СССР, товарищ Т. не выдержал. Он упал мертвый, разорвалось сердце. Я думаю, там все было вместе, но, конечно, прибытие Екатерины Алексеевны, которая не простила вот этого вызова ее
сунули вот в эту склоку. Она не простила, и этот несчастный не выдержал этого прессинга, он умер. Когда я вошел в зал, о, что там творилось, Екатерина Алексеевна протягивала руки и говорила: «Родные мои, вы же видели, что случилось, берегите ваши сердца, народ вас любит, ну и плохая пьеса, ну что делать, сейчас так мало хороших пьес, ну бог с ней». Но они не слушали ее. Один кричал, что пьеса эта очень современная. Другая великая актриса поднялась и сказала: «А я пойду играть свой устаревший Вишневый сад». Один знаменитый актер буквально тыкал в спину другого актера и получал ответный тычок. И тут она вдруг стала очаровательной. Она сказала: «Родные мои, послушайте меня, я нашла выход. Вы мне верите?» Попробовали бы они ей не верить. «Верили? Так вот, — сказала она, — у меня выходные дни новогодние, а я их все отдам этой пьесе. Я буду ее редактором. Мы же не можем бросить спектакль, затрачены деньги, актриса столько работала. Позвольте мне принять участие и исправить эту пьесу». И вот в новогодние дни я, Борис Николаевич Ливанов и режиссер спектакля Борис Александрович Львов-Анохин отправились к ней в министерство. Вышла дама, ее секретарша, и спросила меня: «Ваше имя, отчество?» Борис Николаевич сказал: «Это для надгробных досок». Но в сочетании с тем, что произошло, это звучало не смешно. Когда мы вошли, Екатерина Алексеевна была не одна. С ней сидел ее заместитель министра по фамилии Владыкин. И Борис Николаевич, подняв руки, сказал: «Здравствуй, Владыкин, живота моего!» Ну, после этого уже серьезно было трудно работать. Екатерина Алексеевна пустилась в воспоминания. Она рассказала, как на ткацкой фабрике все были влюблены в Климента Ефремовича Ворошилова. И вот, сказала она, что они с ним сделали. Она вынула фотографию, на которой был изображен Климент Ефремович, видимо, каким-то очень современным художником. «Ну разве, — говорила она, плача, — в него можно влюбиться, в такого, а мы же его любили, он был красивый, он не был такой». После этого она, заметив меня, сказала: «Я вчера смотрела пьесу», — она назвала ужасную пьесу, которая шла очень официозную, чудовищную. «Вы знаете, родной, ну ведь можно писать хорошо. Ну постарайтесь тоже, хоть что-нибудь». Она хотела сказать путное, но остановилась и просто сказала: «Написать». После этого она сказала: «Значит так, давайте перейдем к пьесе, давайте работать. Сколько в пьесе картин?» Я сказал. Она сказала: «Надо увеличить еще на одну. У вас есть идеи?» У меня идей никаких не было. Она сказала: «Ну, я не знаю. Ну, придумайте, родной, что-то. Ну, пусть она пудрится». Вот пудрится и говорит какие-то очень полезные слова. Она у вас все время занята любовью. Ну, пусть она говорит что-то государственно важное. Вот пудрится и говорит. Ну, насчет пудрится мне понравилось, а вот вторую часть я не знал. После чего она сказала: «Ну, больше всего меня тревожит, конечно, эта постельная сцена». В этот момент на лице Бориса Николаевича возникло некоторое переживание, и я понял, сколько острот он придумал в этот момент, но он сдержался. Она сказала: «Вот как бы нам от нее избавиться? Вы же понимаете, на сцене МХАТа, кровать будет, но это же невозможно». И вы знаете, в этом кабинете я действительно понял, что это невозможно. Я даже не понял, как я мог думать об этом. Она сказала: «Ну, придумайте, родной, хоть что-нибудь». Я опять был бессилен. И тут поднялся режиссер спектакля, очаровательнейший, интеллигентнейший Львов Анохин. Он сказал: «Знаете, я придумал. Пьеса, она такая условная.
космическая, сказал Борис Николаевич. Вот она очень условная, она же поэтична очень. И вот что, если мы вообще избавимся от быта? Не надо никаких кроватей. Вы понимаете, немножко переделаем сюжет. Вот два артиста, исполняющие главные роли, Татьяна Васильевна Доронина и Губанов, они как бы пришли на радио читать некую пьесу о женщине. Правильно? И вот они начинают читать, как бы превращаясь в героев. Тогда все эти ремарки, они абсолютно лишние становятся. Не нужна никакая кровать. Ну, знаете, можно так читать просто. Они вместе. А во время вот исполнения сцены все должны почувствовать их близость. Близость не надо, сказала Екатерина Алексеевна. И строго посмотрела на меня. Ну, что скажет автор? Я согласился. Я совсем согласился. Потом из пьесы начали вымарывать другие места, которые свидетельствовали о близости. И с этим я согласился. Доронина репетировала замечательно. Я хотел, чтобы спектакль был. И спектакль вышел. И Борис Николаевич Ливанов подарил мне карикатуру, на которой было написано «Возмутителю спокойствия в Амхате». Эдварду. Все было как бы хорошо. Но потом я много думал. Ведь в тот день в кабинете Екатерины Алексеевны я же сыграл свою собственную пьесу. Потом я много раз замечал вообще, что я много раз играл сцены из собственных пьес в жизни. Потому что как раз перед спектаклем о женщине в театре имени Ленинского комсомола была поставлена моя пьеса. Ставил ее Анатолий Васильевич Эфрос. Пьеса называлась «Снимается кино». Это был такой каламбур. Кино снимают, и снимается оно, то есть запрещается. И главным героем ее был художник, кинорежиссер, который сцена за сценой придает то, что он снял. Как только начинается вот это давление цензуры, он тут же уступает. Он уступает во всем, и в личной жизни он уступает. И как говорит один из персонажей, он при этом все время мучается, уступая. Но мучается почему-то в самых комфортабельных условиях, а ломают себе шею другие, которые ему верят. Вот эту историю я написал. И Анатолий Васильевич Эфрос поставил. Наверное, это был самый большой успех в моей жизни. Он был старше меня и поставил совсем другую историю. Вообще, это печальная истина. Пишется одна пьеса, ставится другая, а зритель смотрит третью, и драматург – это всего лишь такой телевизор с выключенным экраном. А слышны только реплики, а картинка, вот, которую он видит, она же никому останется неизвестной. Она уйдет вместе с ним в могилу. Вот Эфрос поставил, повторяю, совсем другую историю. Он понимал, что не то, это все обычно, что уступает, что цензура давит. Удивительно то, что, несмотря на все это, художник сохраняет в себе вот эту веру, надежду и любовь, вот эту свечу на ветру, которую все время этот жестокий ветер эпохи пытается задуть. Вот об этом он ставил. И когда спектакль разрешили, что там было, я помню,
вместе с матерью пытался пройти через служебный вход в театре, и там его охраняли дружинники, и я получил удар прямо в глаз. И с этим синяком я прошествовал в театр. В это время какая-то толпа через чердак пыталась проникнуть в театр. И помню, в вестибюле лежал наш знаменитый писатель Валентин Катаев, потому что толпа, врываясь, ударила его о колонну. Тогда театр был властителем дум. Это была гласность в темноте. И я помню, зашел в зал, там шел монолог, один из монологов пьесы, и рядом со мной стоял Ефрос и тоже слушал. А я был счастлив, со сцены несся вот такой текст, персонаж говорил. Моя первая работа была о Шамиле. Шамиль как вождь национально-освободительного движения Дагестана и Чечни. Но надо сказать, что в 30-х годах взгляды переменились. Он стал агентом империализма, и меня заставили признать свою ошибку. Но во время войны, в 41-м году, он снова стал национально-освободительным движением, и я признал ошибкой, что я признал свою ошибку. Но в 49-м году он снова стал агентом империализма, и я признал ошибкой, что я признал ошибку в том, что я признал ошибку. Овация в зале. Он говорил, это что? Вот как жестоки нынче молодые люди. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Это 19 век. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал, и прохожих раздевал. Вот это наш 20-й. И вообще, говорил он, лучшая фраза о молодых людях, это у Шиллера, у него есть список действующих лиц в «Разбойниках». И там есть такая фраза «молодые люди, впоследствии разбойники». Овация. И я счастливый вышел, а Ефрос мне сказал, нет, это же все политика, политика. А искусство должно заниматься другим. Там должна быть тайна, там должна быть тайна любви и смерти, говоря высокопарно. Это не то. Тогда я его не понял, потом понял. Он удивительно умел проникать в пьесу и поднимать ее. И он слышал в ней что-то свое особенное. Я помню, как он читал эту пьесу, снимается кино, и бедная труппа никак не могла понять, почему вот в этом месте он рыдает, а место было такое, он читал стихи. «В день нашей смерти приходит ветер, стереть следы наших ног на песке. Ветер несет с собою пыль, которая скрывает следы, оставшиеся там, где мы прошли. Потому что если бы было не так, то было бы, будто мы еще живы. И поэтому ветер приходит стереть следы наших ног на песке». После этого шла ремарка. Режиссер стоит, он один, и показывает себе язык в зеркале. Это он так ощущал его одиночество. И он ощущал трагедию. Он был болен этим ощущением трагедии. Его вскоре снимут, точнее выгонят из театра Ленинского комсомола. И вот думая об этом, знаете, это страшно сказать, но выгонят-то его правильно. Вот тогда все режиссеры, они умели исполнять этот танец. Один шаг для себя и два шага для них. Он не умел. И еще была одна самая важная причина, пожалуй. Вот «Современник», они же ставили пьесы грозные для власти. Грозные, куда более грозные, чем ставил он. Но там был всегда в их работах государственный смысл. Они ставили это во имя честного государства. А вот Эфросу было плевать на государство. Он государством никогда не занимался. Он занимался вот этой тайной жизнью, этой любовью и смертью. Он так ощущал печаль века, что бы он ни ставил, там всегда была эта вселенская какая-то печаль.
И я всегда вспоминал эту строчку: «Мне на шею бросается век волкодав». Он так чувствовал волкодава в этом веке. После этого он ушел в театр на Малую Бронную, но считали, что он не должен был спешить, что он должен был как бы сыграть в Анатолия Васильевича Эфроса, отказываться, стать в позу. Но он необычайно быстро согласился на предложение инстанций. Тогда и не понял, а потом понял. Вот человек определяется тем, что у него можно отнять. Вот у этого там можно отнять там орденок, он уже несчастен, но у другого побольше. У Эфроса можно было отнять все, но оставить ему только одну возможность – работать, потому что он не мог без работы. Вот однажды он ехал в поезде, и с ним ехал другой режиссер главный Московского театра. Он спросил Эфроса: «А чем вы сейчас занимаетесь?» Тот сказал: «Ставлю пьесу». Он сказал: «Боже мой, ну вы же только что закончили спектакль». И Эфрос спросил совершенно серьезно: «А чем же мне еще заниматься?» Он написал книгу, которая называлась «Репетиция «Любовь моя», а должен был озаглавить ее «Репетиция «Жизнь моя».» И вот туда, на Малую Бронную, куда он ушел с группой актеров, я и отдал пьесу. Пьеса называлась «Обольститель Колобашкин». Такая модернизация истории Фауста и Мефистофеля, где Мефистофель был наш такой продувной, веселый, командировочный, такой лукавый, который все время вовлекал в какие-то ужасные вещи нынешнего Фауста, то есть жалкого интеллигента, который страшно боялся его проделок. В пьесе Анатолий Васильевич сделал занавес такой перед спектаклем. Это был точный занавес МХАТа, только вместо чайки там была огромная моль. Сначала сняли занавес, потом спектакль, где потрясающе играл Гафт. Потрясающе. И с тех пор уже много десятилетий он звонит мне и говорит: надо бы как-то возобновить этого Колобашкина. При этом и я знаю, и он знает, что никогда никакого Колобашкина мы не возобновим. И это так же точно, как то, что я, в отличие от него, все-таки сыграл Колобашкина, но в дальнейшем, в жизни. Как положено большинству драматургов, я графоман и не писать не могу. Я написал следующую пьесу. Пьеса называлась «Турбаза». Это была история о турбазе, которая разместилась в когда-то знаменитом монастыре, ну, типа Кириллово-Белозерского монастыря. Ну, дело происходило в провинции, там, ну, естественно, голод, холод, молод, там все было написано. И отдавать такую пьесу Анатолию Васильевичу Эфросу, ну, надо было быть бессердечным и по отношению к нему, и по отношению к пьесе. Это было бесперспективно. И в это время у него уже дела как-то улучшались, и я решил отнести ее в театр весьма официозный, в театр имени Моссовета. В театре были великие тогда актеры: Плят, Савина, Марков, там была в труппе тогда Ниелова, Стеблов и так далее. Они ее взяли. После чего, ну, как положено, конечно же, я позвонил Эфросу, мне было очень интересно его мнение, и дал почитать пьесу ему. Он позвонил мне ночью и начал беспощадно ругаться. Он ругал пьесу, он объяснял, что там все время барокко, что там ничего не понятно, что там нету основной линии, что все мои идеи о том, что
писатель и его женщина существуют в реальности, а вот этот весь монастырь, это то, что, о чем он пишет, это все никто не прочтет. Он долго ругался, а в конце сказал: вот я сейчас подумал над распределением, потому что я заканчиваю пьесу, свою постановку, и могу начинать. Почему он взял эту пьесу? Ну, я думаю, что там был парадокс. Он так чувствовал парадокс. Ведь это была туристическая база в монастыре, который прежде был тюрьмой, потом был укрепленным пунктом во время войны, а теперь стал турбазой. И там было кладбище, которые переоборудуют волейбольную площадку. Но при этом оставались надгробные плиты. А на плитах были довольно забавные надписи, типа известной надписи книгопродавца, которую эту эпитафию он сочинил при жизни. И звучала она так: «Прохожий, бодрыми шагами, и я бродил здесь меж гробами, читая надписи вокруг, как ты мою теперь читаешь. Намек ты этот понимаешь? Так до свидания, милый друг». В братском корпусе было общежитие ткачих, кресты они сдали в утильсырье. Ну, нормальная турбаза, и обитатели были довольно забавные. Там все время бегал человек, который сначала тут сидел, потом тут воевал, а теперь он трусцой бегал, приехал на турбазу. Была группа интеллигенции, которая приехала, но, к сожалению, Голгофа, часовня, была на ремонте. А они, ну, с пошлыми остротами на Голгофу членов творческих союзов вне очереди требовали, чтобы ее открыли. Был критик и писатель. Но писатель, там были такие огромные паузы, потому что как бы он все время, размышляя над сочинением, говорил фразы типа: «Рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют, Тютчев». Или: «Мужчина без усов, что женщина с усами, Чехов». И молчал. И был критик, такой веселый критик. Он написал о нем погромную статью, о которой писатель не знал. Он был счастлив этой возможностью давить его. И поэтому каждый раз, когда он его видел, он говорил: «А мы только что о вас говорили, и очень хорошо». Вот все это он мог поставить и, видимо, представлял, как это надо делать. Но я сказал ему, что, к сожалению, я эту пьесу отдал. Это не вызвало у него никаких эмоций. Он сказал: «А вы скажите Юрию Александровичу Завадскому, главному режиссеру, что я хочу ее ставить, он согласится». У него справедливо не было мысли, что я могу не соглашаться. И он был прав, потому что от Эфроса не отказывается. И я решил пойти к Юрию Александровичу Завадскому и попросить его о новом режиссере. Я с удовольствием хотел это сделать, потому что в этот момент произошло событие одно, которое меня необычайно, скажем так, возбуждало. В это время в Москве в журнале «Новый мир» была напечатана повесть о Сонечке Марины Цветаевой. Ну, в те уже, увы, далекие времена все жили тогда литературными сенсациями, все читали толстые журналы, и поэтому вся интеллигентная Москва бесконечно звонила друг другу. А было отчего звонить. Дело было не просто в потрясающей повести Цветаевой. Какие там были куски, там были такие размышления о XVIII веке и женщинах, о том, как умели женщины плакать, как слезы в этих глазах-миндалинах от страсти ну просто испарялись, и как все они думали в XVIII веке не об идеях, а о поцелуях. Героиней повести была маленькая актриса в вахтанговской студии Сонечка Голидей. И она уже давно умерла, но вот эта страсть, с которой
она была описана в этой повести, она делала ее бессмертной. Бесконечная страсть, с которой писала о ней Марина, такая немножко подозрительная даже страсть. С такой же подозрительной страстью на сарказма и ярости был описан другой персонаж – Юрочка, в которого была влюблена и Сонечка, и как бы Марина тоже. Юрочка, как описывала Цветаева, это было такое ангельское подобие, окруженное хороводом женщин, которые пытались тщетно проникнуть в сердце Юрочки, в том числе Марина и Сонечка. Но, как объясняла нянечка, Юрочке это невозможно, потому что Юрочка наш никого не любит, а кроме меня, нянечки, с сестры своей и себя в зеркале злобно добавляла Марина. И вот если Сонечка Колидей давно канула в бездну, то вот этот самый Юрочка продолжал жить. Это был тот, кому я и направлялся. Это был главный режиссер театра имени Моссовета, лауреат всех возможных премий, герой социалистического труда, титулов у него было больше, чем, наверное, у принца крови в феодальные времена. И при этом он был великий актер, бессмертный был Калаф, граф Альмавива. Я шел не только для того, чтобы поговорить с ним о своей пьесе, я шел для того, чтобы узнать, как чувствует себя баловень судьбы, когда его из-за гроба ухватила за горло женская рука. Мы договорились встретиться, ну, в то время, когда люди этого круга только начинают жить, то бишь около полуночи. В это время театральные люди едят, разговаривают по телефону. Алексей Николаевич Арбузов, наш замечательный драматург, всегда говорил мне: «Самый ценный звонок, мой друг, для меня это после полуночи, и самый ценный гость в это время тоже». Я пришел, Юрий Александрович сам открыл мне дверь, нянечка, естественно, очередная спала. Он был по-прежнему ангельское подобие. Такая абсолютно молодая кожа, голова лысая, но такая голова благородного римского сенатора времен упадка Рима. Он провел меня в гостиную, и я сразу увидел тот самый журнальчик с повестью на столе. Он оценил мой взгляд, я что-то сказал. Вот я пришел поговорить о пьесе, он сказал, ну, немножко потом: «Вы любите старые письма?» сказал он мне. И, не дожидаясь моего ответа, он открыл так ящик стола и бросил ворох писем на стол, после чего, так не глядя, он их перемешал и выбрал наобум одно из них и начал читать. Я сразу узнал автора. Это одна женщина в мире только могла написать. Это было объяснение, безумное объяснение в любви, точнее, в ревности Марины Цветаевой. Это было то, что она другому мужчине написала в попытке ревности. «Как живется вам с чужой ребром люба, стыд севесовой вожжою не охлестывает лба, как живется вам с товаром рыночным, оброк крутой после мрамора в Карары, как живется вам с трухой гипсовой, ну, за голову, счастливы, нет, в провале без глубин, как живется милый, тяжче ли, так же ли, как мне с другим». Вот там были все эти слова. Как он читал это письмо, ну, наверное, как Дон Жуан должен читать письмо Донны Анны. Нет, это не была грусть о прошлом, воспоминания. Нет, он видел эту молодую плоть, которая изнывала от любви к нему. А я видел только журнальчик
на столе с этой рукой командора, схватившей за горло Дон Жуана, и он это понял. Он продолжил. Впрочем, вначале сказал я. Я сказал: вы знаете, вот Анатолий Васильевич Эфрос, он очень хочет ставить мою пьесу «Турбаза». И Завадский ответил равнодушно: да, пусть ставит, я его очень-очень люблю. А я, сказал он, вы знаете, хотел ставить «Горе от ума». Очень хотел, только вот не смог. Чацкий уж оказался очень глуп. Понимаете, только очень глупый мужчина, любя женщину, может так ругать своего соперника. Поверьте, это верный способ бросить ее к нему в объятия. Вы знаете, как истинный Дон Жуан бросает женщину, как он заставляет ее, точнее, уйти от себя. Вначале, конечно, он окружает ее любовью, приторными ухаживаниями. И когда она уже изнемогает от этой сладости, и когда ее взгляд, он видит, уже начинает покоиться на другом, вот тут он засекает его и начинает его ругать. Он ругает его беспощадно, пока она не окажется в объятиях того. Но здесь главное закончить достойно. Вот когда вы уже направили ее от себя, вы донимаете ее. Донимаете ее телефонными звонками, скандалами. Только одного не смейте. Не смейте быть равнодушным. Потому что они прощают все, кроме равнодушия. И вот тогда-то они и мстят из-за гроба. И он скомкал все эти письма и бросил их обратно в ящик. И сказал: ну, Эфрос, хорошо, хорошо, я очень его люблю, я очень его люблю, дорогой. Я вас поздравляю. И я ушел, но в дверях было это последнее рукопожатие, и, опустив руку, вдруг он сказал мне, уже уходившему: а вы знаете, как Дон Жуан протягивает руку командору? Был великий актер. Он показал. Я видел, как он тянул в пустоту руку, и как менялось его лицо. Сначала это было любопытство. Потом уже это был вызов. А потом это был ужас смерти. Это был слепящий ужас. У него было белое лицо и мертвые глаза. И он захлопнул дверь. И я шел и думал: какая там турбаза? Что я там делаю в этом современном мире? Назад! Туда, Грибоедову, в 19 век. Там твое место. Впрочем, очень скоро меня туда направят. Жестко и жестоко.